Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня приготовим венгерскую ватрушку. К 210 граммам муки высшего сорта добавляем 10 грамм разрыхлителя теста. Все хорошо перемешиваем, чтобы ингредиенты равномерно разошлись по объему. Просеиваем в отдельную емкость. Добавляем 100 грамм сливочного масла комнатной температуры, нарезанное кусочками. Перетираем руками в мелкую крошку. Два яйца взбиваем миксером, постепенно добавляя 200 грамм сахара, 10 грамм ванильного сахара. Затем небольшими порциями вводим 500 грамм творога. Прорабатываем миксером. Разъемную форму, диаметр моей формы 24 сантиметра, смазываем сливочным маслом, не забываем и про борта формы. В форму тоненьким слоем насыпаем мучную крошку. Затем выкладываем 3-4 столовые ложки творожной массы, разравниваем с помощью 2 столовых ложек, обмакивая их в молоке. Повторяем слои. Последний слой – мучная крошка. У меня получилось 4 слоя творожной массы. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку примерно на час. К 150 граммам сметаны добавляем 20 грамм сахарной пудры, 200 грамм сгущенного молока. Коротко прорабатываем миксером. Достаем ватрушку из духовки и еще горячую заливаем подготовленным кремом. Верх ватрушки присыпаем миндальными лепестками. Даем ватрушке полностью остыть, затем достаем из формы, прорабатывая края ножом. Венгерская ватрушка для любителей и ценителей творожных блюд. Такая ватрушка получается как настоящий торт, вкусная, нежная и сочная. Спасибо, что посмотрели видео, делитесь в комментариях своими впечатлениями, ставьте лайк, если видео вам понравилось, подписывайтесь на канал и также при желании вы можете поддержать канал финансово. Все ссылки в описании под видео. Всего вам самого доброго!